Рад видеть вас, дорогие друзья, на канале Яблочко. Сегодня я вам покажу, как в разы сделать iPhone гораздо быстрее. С вас лайки, подписка, с меня больше интересного и полезного контента. Для того, чтобы свой телефончик быстро ускорить, нам нужно зайти в настройки, найти такой пунктик, который называется «Основные». Вот здесь вот. И в основных нужно обновление найти ПО. И вот здесь вот нам нужно, когда у нас все загрузится, нам нужно подключать установка обновлений ИО, ответы на угрозы системные файлы и загрузка обновлений iOS. Таким образом, у нас телефон не так будет грузиться в ожидании нового обновления. Когда мы захотим, мы просто зайдем в те настройки и сами все сделаем. Это был первый способ. Второй способ, опять заходим в наш iCloud. Здесь в нашем iCloud мы видим приложение, которое синхронизируется с iCloud ниже. Если у вас, вот смотрите, вот здесь вот мы заходим в iCloud, и здесь будет очень много приложений. Их нужно вот всех вот подключать. Видите, как это сделано у меня. Вот книги, чтобы не синхронизировались. Вот все, что лишнее, вы видите, нужно поотключать. Таким образом, не будет идти синхронизация, и телефон не так будет быстро грузиться, потом лагать. Пользуйтесь.